никогда не вом, да ебаться до слов. Только монолог, мой калейдоскоп. Знай, знай, знай. Слов, войск, это бот, ты ему никто. Не найдешь лицо потом на том, все. В этом виде у меня полетело все в сие. Свет сломался, микрофон в некоторых местах не работал или был чувствительный. Вот так вот. Но и в этом видео присутствуют маты. Мельчайшие настроечки. И хуй знает, вырубится оно снова или нет. Я хуй. Хупстер-вупстер, молодежь, а также старички. Нет. Короче, всем привет. О, привет! Я хочу заранее благодарить каждого. Огромное вам спасибо за такие огромные цифры. 260 лайков. Более косаря просмотров. Короче, суть ролика вообще будет юмористическая. Никогда не бом, да ебаться до слов. Только монолог мой. Просто даже не обращайте внимания, что будет вообще в ролике происходить. Я не люблю, я подходят для эскалата на весь пятый кодек. Если вы хотите такие же, по сути, ролики про игры, то есть не прохождение, а просто юмор, то ставьте лайк. Я уже смотрел свой материал, я уже видел свое хлебало. Если вы увидите такое лицо, я болел коронавирусом. Так что я сижу невдупляющим взглядом, или в монитор, ничего не понимаю. Так, пока этот хрыч что-то вспоминает, мы начнем ролик. Сука, делай за него всю работу после всего. Чё, блядь? О, полетели пацаны! Ой, блядь, пацаны! Блядь, кто-то улетел вообще! Ой-ой-ой! Я валюсь, кто на мне? Давай-давай-давай, руби-руби её! Чё? Давайте шкуру возьмём! Шкура! Ля какие! Чокнутый! Я хочу дом на дереве сделать. Вот давай вот на этом дереве. И потом его срубить к хуям. Чё, у меня голоса где-то в башке. Ёжики идут у Стефана! Идут у Стефана! Ебать, да ты упоротый! Так, уже можно и гранату сделать, бомбу. Но нельзя. Чё, блядь? Он переселяется, он уже взрослый мужик, пора одному жить. Лё, вы посмотрите. О, мой костюм. То как ты его под наклоном поставил? Да, это я его поставил. Чё, блядь? Чокнутый! Вы что, чё, дурак, выпрыгнул? Одного забыли, пацаны, Коля. Кальян, давай Коляна спихнем. Давай. Палочка по кухе, на. Давайте зажигаем! Кто грудь? Блять, пацаны, забыли меня! Арбалета. Для арбалета? Да. Где ты нашел? Для арбалета. Ой! Конил! Все. Вы что делаете? А как выйти из штурвала? Алло, он все встрял. Может, резину хоть получим. Охуеть! Охуеть, блять, пацаны! Я плыву. Да плыви, тут уже некуда плыть. Не торопи. И что нам на острове там делать? Орешь же, я хоть три года не играл. Слина. Кто костер сломал? Где я нахожусь, я не вижу. Ищи меня. Ну слушай, без очков даже как-то прикольно играть. Все размыто. Ни хера не видно. Слушай, а хорошее место. Вообще хорошо приземлились. Коля, держи! Дохни. Дохни, что? Ой. Ты горишь.
Охрененно поджег, Коля, дурак! Я горю, 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 горю! Коля, дурак, горю! Ты нахрена меня поджег, слышь, козлина? А? У тебя есть стрелы? Я лук собрал. Ага, откуда у меня они будут? Можно собрать стрелы. Коля! Я хотел спрыгнуть. Коля, смотри, отходи. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Салам алейкум. Ва алейкум. Привет, хопстеры, я хочу вас задержать тут, короче, помимо Ютуба и других интернет чего-то там, у этого маразмата есть свой Твич-канал. На Твиче помимо Ютуба. Мы там стримим игры, прохождения и общаемся с вами, так что ага. Мы, кстати, эту игру уже там прошли. Подпишись на Ютуб-канал и на Твич, буду благодарен, но мы продолжаем просмотр ролика. Чё, блять? Так, палки надо пораздобывать, растения, и потом, короче, факел специально сделать от этих зафранцев. Можно. У меня вышел. Ай! Ёб твою мать, Федя, помогай, на меня дерево упало. Я I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Sweat. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Чокнутый, сука, несёшь хуйню какую-то. Колянку даже батлу, посмотрите. Ёбаный Яндекс.Навигатор, сука. Сказал, через лес идти нихуя нету. Где, блядь? Я обязательно выживу. Спасибо, пацаны, я только второй раз. Спасайте. Пожалуйста. Костер, делай, козлина. А что, как его делать? Блять, вот. Не отвори, я вас убью нахрен одного за другим. А ну нету. Ты дебил! Ты сказал, сука, что у тебя есть ресурсы? Ёбаный рот, блять, нахуй я его строю, блять. Опять вплавь, ё-моё. 2000 years later. Да пиздануться можно, Куда нахуй? Ебаться! В крендель, блядь! Ой, блядь! Теперь чижика ищи, блядь, неделю! Вот типичный пример малолетнего дебила. Чтобы попасть в этот следующий ролик, вам нужно прокомментировать фондом в комментариях. Что-то оставить, что-то настрочить по хую, все войдет. Как вот эти два крутых хопстера написали, так и написали. Красавчики, уважуха. Ну а как еще выразиться? Вы также можете попасть в следующий ролик. Прохопиться, как сказать, хопстеры. Давайте, думайте. Давайте, пишите. И мне хорошо, и вам хорошо. Вы как прокомментировали тот ролик, так у меня нахуй бахнул на третье место. Просто мать через мат. Третье место. Огромное вам спасибо. Из всего российского Ютуба. На третьем месте. Третье! Пацаны, я еду. Куда едешь? Гонщик нелегальный. Поехал. Чокнутый. Давай порыбачим, значит. Еще. Да я что знаю, там рыба какая-то. Это водоросли. Ролик? Да. Уруби его! Блять, это камень. Уда. Мне на охоту нельзя идти, я ничего не вижу. Все, поймал. А ты где? Все, я попал. Я убил. Бля, ты где? Тут я. Прыгни. Ты что, больной или ударился? Я ничего не вижу. Чокнутый, сука, несешь хуйню какую! Ну да. О, готово. Нет! О, Коля! Что случилось? Не знаю. Кого? Она, я там стоял, ел, она сломалась. Ты что, сломал? Yeah.
Выпусти его. Смотри. О, живой, как? Живой. Он живой, да? Да. Да. Ой, Коля, держи его! Ёб твою, зачем книгу ты открыл? Держи! Где он? Я его бежу. Чё, блядь? Блядь, это большой лагерь какой-то. Я вижу его. Не вижу его. А, нет, вижу. Встань, не вижу. Встань, я тебя не вижу. Да пиздануться можно! Коля, лагерь где? О, вижу. Где лагерь? А, во, все, увидел, ебаный рот. Я не увидел его. Федя, 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 Федя. Че, сейчас? Беги, беги. Че там? Аборигенов вернулись в лагерь, беги. А мне похуй. Федя, беги. Коля, беги! Рубин, сок! Спокойно, Коля! Коля, 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 я застрял! Коля, 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 Коля! Энергии ни хрена нету, ты где вообще? Чё, 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 козлины? Чё, козлины? Подходим по одному, подходим по одному! Разберусь, порешаю с каждым! Где вы? Коля, я не вижу никого! Птица! Вот так! Руби, руби, руби! Нормально, нормально, нормально всё! Порешаю каждого! Коля, ты меня поджёг! Да пиздануться можно! Если вы в таком же недоумевающем, у вас недоумевающее лицо, как у меня, значит вам ролик зашел. И вы тоже сейчас не понимаете, что происходит. Что, блядь, тут в этом ролике происходит? Тут нихуя ничего не понятно. На, чтобы вы видели еще больше вот таких вот прекрасных, четких, удивительных роликов, вам нужно подписаться и с красной сделать серую. Тут колокольчик там. Ой. Тут лайк, там колокольчик. Поделитесь с друзьями и прокомментируйте этот ролик. Да, хостеры. Все, если вам понравилось, все, я рад за вас. И вам понравился ролик, мы отдохнули. Все. Адьос, хостеры! Никогда не бом доебаться до слов. Только монолог мой калейдоскоп. Знай. Плох бой, скотобот, и мы никто. Не найдешь лицо потом на том все. Там будто солидный мир, сыгливый свин. Такой ядовитый шик. Липких царистов бей, там над вами я. Просто царь, я свободу в одном.